дропшот флюорокарбон. На него вешается крючок узлом поломар, вот так грузик крепится к шнуру узлом морковка. Ты убрал еще так больше утопило или что-то странно. Первая рыбка. Значит, клев есть, супер. Шарик. Ну вот я и хочу попробовать это, на фидер порыбачить. Не лиси. Да кормушка снесет. Так бы грунта зацепом поставить побольше. Ты сломаешь как кончик. Не сломаю. Ну, вот же ребята, хер его знает какие. А те, если мне там один фидер на 120 грамм, другой на 200. Ну, место подобрать поспокойнее, чтобы течение было. Ну, так на Америке пока поедем, покажу. Ну, я видел, там мужик сидел. Место одно неплохое там. Да, вот здесь постоянно такая, блядь. Хрена тебе. Типа надо плотве под нос подкинуть. Ну, а так не видит. Поводок специально сделанный, чтобы на вертелюшке, да? Да, чтобы он типа как падает, как будто, или чтобы крутился, когда не чтобы типа падал, как будто падает. О, сразу что ли клюнуло? Нет, пока что-то так грузики потянули, что-то они так резко. Раньше был страшный мост, если пойти по разъебанный.
пойдешь и весь в воду упадешь. Доски скользкие. А зимой такие штуки делают. А, ну зимой, да. Да. В проруби вбивает. Как понтон какой-то. Ну да, потому что это сваи срывает лед. Батя деревянный делал, просто колов набивает. Угу. И так. Ну, он зиму, после зимы там его. Может, бревна забивал? Ну, колы. Там перевязывал их там. Ну, да, он там на один сезон такой. После зимы все, он там уже не, по нем не походишь. Разваливался. Порыбачили 3 часа, поймали 2 плотвы, а на спиннинг вообще ничего не клевало. Зарано. Ты не подготовился, надо было тебе гумену пособрать, какие железяки. Железо, может. Да. Но я железо не брал, потому что я думал, тут на, как в прошлый раз, на резину поймаю. Есть и железо, ладно, пока.